Пекинский французский лицей тщательно подготовился к празднованию праздника весны Новроз, отражающего национальные традиции Азербайджана. На праздничном мероприятии в лицее приняли участие ученики, их родители, а также преподавательский состав. Все от мала до велика окунулись в настоящую праздничную атмосферу. В таком масштабе этот весенний праздник мы отмечаем каждый год. В Бакинском французском лицее уделяется огромное внимание сохранению национальной культуры Азербайджана, и это мероприятие проводится для еще большего информирования обучающихся об азербайджанских традициях. Празднование Новруз-байрама – это хороший способ хранить и передавать обычаи, национальные и духовные ценности Азербайджана из поколения в поколение. Мы все ожидаем весну, и я считаю, это очень важно, чтобы все дети в этой школе, все иностранные дети, они познакомились с вашими традициями, вашими обычаями, и вместе с азербайджанскими студентами они отметили Новруз. Это очень важно, чтобы развивать взаимопонимание между нашими народами, и чтобы более глубже узнать вашу страну, вашу культуру, вашу историю. Во время музыкальной программы учащиеся Бакинского французского лицея исполнили различные композиции, песни и танцевальные номера, посвященные весне и Новрузу. Ребята поразили всех своей игрой, профессионально исполненными танцами и красивыми национальными костюмами. Я знаю то, что на Новруз мы включают огонь. Я знаю то, что этот огонь убирает все проблемы. Потом то, что едят разные сладости, то, что разбивают яйца, и то, что это начало весны. Новруз – это очень особенный праздник. Мы сами подготовили очень быстро наш спектакль. Праздничное мероприятие завершилось исполнением древнего национального танца «Яллы». Шамистан Мамедов, Фируз Рагимов, CBC.